Трописто. Зоин мимо. Поехал меняться Светберг. 55 секунд до конца третьего периода. Вольский очень сильно мешает. Очень надоедливо и забивает Войта Вольски. Наверное, решая исход сегодняшнего поединка. Сегодняшнего, но не серии. Досадует сейчас Логин, который отдавал эту передачу через спину. Саш, я просто попрошу сейчас тебя как бы вот не только ошибку оценить, а действие Вольского. Хитро. Нет, ну хорошо, он что, оказался в нужном месте? Он сколько там толкал, сколько он катался? Ведь не только это было, он там боролся, он мешал. Чтение игры. Он мешал. Чтение игры. Понятно, что ошибка очевидна. Конечно. Передача. Но здесь и работа Вольски, который был первым игроком, который выдвигается, который пытается загнать атаку. И он среагировал на эту ошибку, среагировал результативно, 3-1, и здесь все решено. Все ли? А вспоминаем матч, который там до конца бился, помнишь, против...